Ну что, нахожусь я в ранже Никидзе и выдвигаюсь на первый пляж под названием Краснячка. Да, тут вот такой вот проходик. Сейчас забраться туда. Нам в ту сторону. Вон оттуда я выходил. Вот и он. Спуск совсем не сложный. Тут хорошо, даже ветра нет. Галичный. Вода холодная. Какой сегодня 5-6 июля, не знаю. Вон хамелеончик с глазом. А вот здесь уже помельче галька. Вообще мелко. И заход хороший. Там крупные камни даже есть. Тут вообще шикарно. Так, на этом побывали. Теперь идем на другой. Вот наш птеродактиль. Он прям явно какое очертание, голова с острым носом. Глазик так отчетливо видно. За ним находится пляж под селом называется. Оттуда как попасть? Кто-то об огород произвольный сидушки сделал. Лепота. Ну, а тут уже немножко сыпучий подъем. Ну, нормально терпимо. Только вперед и вперед. Залез на эту птеродактиля. Только не знаю, зачем я это сделал. Спуск есть такой, конечно. Надо по берегу было бы обходить. Придется спускаться опять. Так, забрался я на хребет ящерицы этой. Опасно, опасно.
Неужели тут есть под седлом пляж? Тут даже опасно. Я сейчас на всякий случай спущусь, обойду. Может, за этой головой там находится. И все. Июня сегодня. Погода шепчет. Вода холодная. Жалька здесь крупная. Вот так вот. Да, вот такой он пляж под седлом. Бедные тюленята. Так, вот краснячка тут подо мной под седлом. И вот последний остался гатовый. То, что мне интересно. Общаковские пляжи я не рассматриваю. Хотя я гатовый тоже можно расценивать. Это краснячка с под седлом дикий считается. Погнали. Жестко. Крутой подъемчик. Thank you.
я спустился. Идем на Агатовый пляж. Спустились и уже почти на Агатовом пляже. Там внизу находится. А вот кому это интересно. Такой себе пляж. Галька снизу. Там песочек даже есть. Здесь вообще крупные камни. Я не выдержу. На третьем пляже здесь искупался. На Агатовом. Хоть здесь есть вот, типа песочек, но в море зайдешь, там одни булыжники, камни большие, ноги плавают, можно легко. Мне здесь не нравится. Самый лучший пляж, считаю, Краснячка. Ну, из таких, из диких более-менее. Сегодня 6 июня. А он только зонтик все ставит.
лучше видно попридевает. Напоминаю, 6 июня. Люди, ау, вы где?